Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Дорогие друзья, закончились самые счастливые, приятные годы в вашей жизни. Так считают многие из вас, сидящих, если не все. И спустя много лет после окончания вузов считают люди постарше. Я категорически с этим не согласен. Вы, а здесь лучше, отличники в учебе. У них эти годы, может, и были счастливыми, но самыми тяжелыми и трудными в вашей жизни. А вот самый хороший и счастливый день сегодня, когда все позади, сданы экзамены, зачеты противные и диплом в кармане. Это действительно самый счастливый день. Сегодня я могу вас с большим удовольствием назвать большим словом «коллеги». Как я сказал, у вас в руках дипломы о высшем образовании, и буквально завтра начнется новый этап жизни. Вы придете на свое первое рабочее место в статусе, пусть начинающего, но уже дипломированного специалиста. Поздравляю вас! Это великий день. Такого в жизни не будет больше у вас никогда. Вы достойно прошли этот важный для любого человека путь, осознали свое предназначение, реализовали мечты о профессиональном будущем. И сегодня здесь яркие, красивые и одухотворенные. Как и должно быть в таком еще юном возрасте. В вашем лице я сегодня хотел бы приветствовать всех выпускников вузов. Я горд вами, благодарен родителям и педагогам, которые вложили немало душевных сил, чтобы вы стали теми, кем сегодня стали. Впереди у вас целая жизнь. Не знаю, хорошо это или плохо, но ее начало пришлось на эпоху глобальнейших тектонических перемен. На ваших, наших глазах рождается новый мир, рушится старый. В этом бурном процессе Беларусь пока еще остается островком спокойствия, но его качает на волнах мирового шторма. Куда всех нас этот шторм вынесет, от нас и зависит. Думаю, вам, молодым, амбициозным, уверенным в себе, нужен такой вызов. Потому что все сопряженное с рисками – это еще и огромная возможность. Для вас они прежде всего связаны с личным и профессиональным становлением. Для страны в целом, куда бы ни качнуло мир, стоит задача встроиться в эту новую модель, не остаться на обочине. Усилить свои государственные позиции на международной арене. И вы, молодежь, в этом процессе играете самую важную роль. Будущее непременно за вами. От ваших компетенций, трудолюбия будет зависеть устойчивость нашей экономики. Любовь к родной земле, бережное отношение к традициям, исторической памяти станут залогом не просто сохранения нации, но и усиления роли и голоса нашей Беларуси в глобальном международном многоголосии. Что бы ни происходило в ближайшем будущем, помните – рядом с вами люди, которые уже научились, кстати, на собственном примере, проходить сложные жизненные периоды. Вашим родителям, например, в 90-е некому было помочь. И старшее, и молодое, советские поколения долгие годы жили в стабильности, не знали, что такое политические, экономические кризисы и даже трудности, сложности. Тогда переломный период застал всех врасплох. Но сегодня все по-другому. Абсолютно убежден, что сплав вашей молодости,
родительского опыта станет той силой, которая позволит нам в это бурное время спокойно и размеренно выйти на новый этап развития. Вы знаете, я все больше думаю о том, что Господь нам, да и мы сами хороши при этом, подкидываем все новые испытания. Каждое поколение проходит эти испытания. Начиная с начала прошлого века, помните, революции эти. Мое поколение прошло, и не только мое, испытания 90-е, середины 90-х, когда развалилась наша крупная империя, Советский Союз, и мы в одночасье стали суверенными, независимыми государствами. Были сложнейшие времена, по телевизору вам показывают журналисты часто, когда люди отстаивали километровые очереди, чтобы купить кусок хлеба, о колбасе и думать нечего было. Мы, старшее поколение, пережили это время и думали, что вы, наши дети, будете жить совершенно в другом мире. А нет, смотрите, время подкинуло и вам эти испытания, о которых я только что сказал. Мы тогда преодолели эти испытания, учуяв, попробовав на зуб, на ощупь те времена, и сказали: нет, так жить нельзя. А вам наоборот, надо сохранить мирную, спокойную Беларусь и сказать: мы будем жить так и еще лучше. Скажу просто, мы, старшие, в вас уверены. Хотим мы этого или нет, мы вам доверяем и, конечно, рассчитываем на взаимность. Словом, мы свой путь прошли. Плохо или хорошо, вам судить в том числе. Сделайте лучше. Это бурное, тяжелое время выбрало вас. Вам будет очень тяжело. Но я уверен, что вы выстоите. Самое главное, что хочется пожелать вам сегодня, будьте счастливыми. Человек счастлив, когда он занят любимым делом, видит результат и пользу своего труда, когда рядом единомышленники, когда хочется идти на работу и бежать в конце рабочего дня домой. Когда родные и близкие здоровы и счастливы. Особенно здоровы, если ваши дети. Пусть все это будет в вашей жизни. Убежден, что вы хорошо знаете, чего хотите добиться, до каких высот добраться. Но помните одно – делайте это на родной земле. Некоторые из вас думают, там легче и лучше. Учитесь на чужих ошибках. Те, кто там, спросите у них, как им там. Потом делайте свои шаги. А вообще попробуйте, не торопитесь. Попробуйте здесь, если уж, извините меня, припрет, махните туда, будешь с чем сравнить. Но в то же время, часто говорю об этом, делайте все вовремя. Делайте сегодня-завтра то, что должны делать сегодня-завтра, потому что послезавтра вас захлестнет такая буря, с которой будет трудно справиться. И желательно, чтобы вы уже прошли свой путь вчерашний, позавчерашний и сегодняшний, чтобы завтра было легче. Убежден, что вы хорошо знаете, как идти и куда идти. Я желаю вам только того, чтобы у вас хватило знаний и сил, мужества преодолеть те вызовы, которые бросает нам время. Еще раз, уважаемые родные, дорогие, поздравляю вас с окончанием сложного, тяжелого периода в вашей жизни. Поздравляю вас с окончанием вуза и получением высшего образования. Сегодня ваш день. День торжества, первого серьезного успеха. Вы его заслужили. Если вы не против, я буду счастлив разделить этот день вместе с вами. Счастья вам!
Уважаемый Александр Григорьевич, дорогие друзья, позвольте мне от имени всех выпускников учреждений высшего образования 2022 года поблагодарить вас за постоянное внимание, которое вы уделяете молодому поколению. В нашей стране для нас, молодых, созданы все условия для профессионального, интеллектуального, творческого и духовного развития. Молодежь получает качественное образование, участвует в развитии науки и общественной жизни государства. Сегодня мы стоим на пороге трудовой деятельности и с уверенностью можем сказать, что те знания, опыт, навыки и умения, которые мы получили в стенах вузов, мы в полной мере реализуем на благо нашего государства. За это мы благодарны нашим преподавателям и родителям, которые поддерживают нас и связывают с нами свои надежды, чья вера в нас помогает нам двигаться вперед и развиваться. Уважаемый Александр Григорьевич, заверяю вас от имени всех выпускников 2022 года, что мы сделаем все от нас зависящее для дальнейшего развития и процветания нашего суверенного государства Республики Беларусь. Спасибо.